Свинка Пеппа ТВ. О, Вспыш, привет. А я как раз тебя искал. Привет, Крушила. Зачем ты меня искал? Что нового у тебя? Ты что-то хотел от меня, а? Да, Вспыш, я думаю, что настало время узнать, кто же из нас самый лучший монстр-трак. Ну, Крушила, опять ты за свое старое. Ну, сколько можно? Ты же знаешь, кто из нас лучший монстр-трак. Нет, Вспыш, я думаю, сейчас мы это узнаем. Здесь есть большая трасса, на которой мы можем посоревноваться. Кто первый приедет, тот и выиграл. Ну, Крушила, давай узнаем, кто же из нас сильнейший. Итак, Вспыш, видишь этот пешеходный переход? Он будет стартом и финишем нашей гонки. Хорошо, Крушила. А какие условия ты решил тут придумать? Условия просты. Нужно два круга подряд быть первым. Важнее, конечно же, кто в последний второй круг первым перейдет эту черту, которая есть пешеходный переход. Хорошо, Крушила. Давай еще раз убедишься, что я первый на этом треке. Хо-хо, я первый. Крушила, это ненадолго. Смотри, как надо. Ах ты, Вспыш, решил меня обойти через бордюр. Получай. Ай-ай-ай. Эй, Крушила, это не по правилам сбивать с трека. Хо-хо-хо. Друзья, если хотите, чтобы победил Вспыш, пишите в комментарии «Вспыш номер один». А если хотите, чтобы победил Крушила, пишите «Крушила номер один». Вот, финиш, первый круг за мной. Крушила, зря ты думаешь, что ты такой хитростью вырвался вперед. У меня есть суперускорение. Гони! Я все равно первый. Прочь с дороги, ребятня! Кто-нибудь, помогите скорее! Крушила, ты куда? Вспыш, Вспыш! Нам нужна твоя помощь! Скорее, скорее! Привет, Пеппа! Почему ты так резко выскочила на дорогу? Ты же могла попасть под колеса! Вспыш, нам нужна помощь! Зизи попала в беду! Она забралась на дерево, а слезть сама не может! Да? Зизи застряла на дереве? Какой ужас! Ты так рисковала своей жизнью, чтобы спасти свою подругу? Хорошо, Пеппа, я тебе помогу. Хотя у меня такая важная гонка. А ладно, гонка не важна. Главное, помочь друзьям. Помогите, помогите. Зизи, держись, я тебя обязательно спасу. Так, 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 что же делать, что же делать? Не бойся, Зизи, вставай на мою левую переднюю шину. Я тебя спасу. Спасибо, Вспыш, ты спас Зизи. Ура, ура! Я очень рад, что смог вам помочь. Итак, Зизи, где же твоя хозяйка? Давай отыщем ее. Зизи, Зизи, ты где? Непослушная собачка, ты где, Зизи? Вот ты где, ты с друзьями играешь, да? Блайз, Зизи попала в беду. В беду? А что случилось? Она забралась на дерево. Но не переживай, мы спасли ее. Вспыш снял ее с дерева. Это хорошая новость, Пеппа. Спасибо тебе, что ты нашла ее, и спасибо Вспышу, что он ее спас. Ха-ха, я первый. Я же сказал, Вспыш, что настанет время, когда все узнают, что я самый первый монстр-трак. Ха-ха-ха-ха. Крушила, как тебе не стыдно? Я звала тебя на помощь, а ты проехал мимо и даже чуть не сбил меня. Да, Крушила,
Моя собачка Зизи попала в беду, а ты ей не помог. Вот это мелкая шавка! Да как она вообще могла попасть в беду? Таких маленьких деревьев не бывает, чтобы она могла на каком-нибудь из них застрять. Ты плохой, Крушила! Не обижай мою собачку! Блайз, держи Зизи на поводке, чтобы она больше не убегала и не попадала в беду. Хорошо, Пеппа, я с ней обязательно разберусь. Да, Крушила, ты можешь думать, что ты получил первое место. Но самое главное – это не гонка. Самое главное – это друзья. Наверное, Крушиле этого никогда не понять, ведь у него нет настоящих друзей. Какая тут дружба. Самое главное – это гонка, это кубки, это трек. И я самый быстрый монстр трак теперь. И я всем буду рассказывать, что я победил Вспыша. Хо-хо-хо, а вы оставайтесь со своей дружбой. Вспыш, не расстраивайся. Я знаю, у тебя еще будет возможность погонять с Крушилой. Ты обязательно его обгонишь. Вспыш, спасибо, что спас меня. Дорогой друг, если тебе понравилась серия про дружбу, ставь лайк, а также пиши нам комментарии и подписывайся на канал Свинка Пеппа ТВ. Подпишись! Хе-хе, подписывайся на канал.